Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Топ.Айсио, и с вами, конечно же, как всегда, Евгений Игнатов. И сегодня, мои дорогие друзья, у нас на обзоре весьма интересный и перспективный ICO проект Swandis. И на данный момент мы находимся, конечно же, на его официальном сайте swandis.io. И ссылочка на данный сайт, конечно же, будет, как всегда, в описании под видео. И я рекомендую пользоваться данной ссылочкой, так как через поиск вы можете наткнуться на фишинговые сайты. Итак, мои дорогие друзья, Swandis — это прежде всего децентрализованная платформа, которая включает в себя систему исследовательских сообществ, внешних аналитиков и исследователей, сообщество разработчиков данного проекта и держатели токенов, клиенты и участники рынка, такие как трейдеры, аналитики, институциональные инвесторы, а также хедж-фонды. Я обращу внимание на данный проект, поскольку вижу в нем огромнейший потенциал в пользу для всех участников криптовалютного сообщества, как для обыкновенных трейдеров, так и для крупных инвестиционных фондов. Я хотел бы выделить вам три основных его преимущества. Первое преимущество — это то, что платформа Swandis является многофункциональной и подходит как для трейдеров, так и для инвесторов. Для новичков есть даже аналитика. Второе — это то, что платформа представляет ведущие инструменты финансовых исследований, анализ и визуализацию для всех пользователей, самым помогая зарабатывать. А третье, мои дорогие друзья, это то, что проект Swandis есть довольно успешные партнеры, такие как Syndicator, ISON Capital, ICX, Cubis Blockchain и, мои дорогие друзья, многие другие. И мне хотелось бы сразу же отметить то, что на данный момент происходит предварительная регистрация White List на Privat Presale, как вы уже и заметили это. То есть сейчас можно зарегистрироваться, нажав на данную кнопочку и заполнив форму. А также, мои дорогие друзья, рекомендую вам подписаться на новостную рассылку проекта Swandis, так как проект действительно стоящий и очень интересный. Возможно, вас что-то зацепит. А так вы будете помнить о нем, вам будут какие-то приходить сообщения от проекта Swandis. Далее, конечно же, можно найти проект Swandis в социальных сетях, таких как Telegram, Twitter, Medium, а также GitHub. И, конечно же, мы обсудим проект Swandis, а точнее его социальную активность в социальных сетях в следующем видеообзоре, так как это бывает всегда. Итак, платформа Swandis включает в себя набор мощных инструментов аналитики и индикаторов для профессиональных трейдеров, нуждающихся в данных и анализе в режиме реального времени. Данная платформа объединяет данные с огромного спектра источников в одном месте, превращая необработанные данные в достоверную и ценную информацию. Swandis будет представлять для своих пользователей более глубокую и детальную информацию, собирая ее из различных источников и анализируя таким образом. С помощью всего одной платформы можно будет, например, оценить перспективность того или иного проекта ICO. Только представьте, всего лишь одна платформа будет объединять в себе многократные системы визуализации, сигналы и технические анализы разных активов, структурировать и обрабатывать всю информацию. Я думаю, что такая платформа просто необходима, поскольку она облегчит жизнь многим трейдерам и инвесторам. И данные блоки этого сайта, мои дорогие друзья, можно просмотреть официальную презентацию платформы от создателей Swandis. Но я не буду ее включать, сами, кому интересно это, включите, просмотрите. Презентация довольно-таки крутая, сделано все качественно, красиво, все в лучших, так сказать, традициях видео. Итак, мои дорогие друзья, далее можно, конечно же, найти какие-то статьи о Swandis в блогах Swandis и, конечно же, дорожная карта. Тут уже можно заметить то, что какие-то этапы пройдены, и они отмечены синим цветом, и дальше стоят, так сказать, новые задачи перед проектом. Токен сейл будет проходить, как я и сказал, несколько этапов: приват пресейл, потом затем пресейл и, конечно же, основная продажа, основной, так сказать, ICO. Итак, вообще на токен сейл выделено от общего количества 60% токенов. Команде 20%, 10% адвизерам и партнерам, 5% на маркетинг, на амбассадоров, то есть, ну, грубо говоря, на баунти. И, мои дорогие друзья, хардкапом проекта является сумма в 12 миллионов долларов, общее количество выпущенных токенов 400 миллионов. На, так сказать, доступно на продаже, как я уже говорил, 60%, это получается от общего количества 240 миллионов. Цена одного токена всего составляет 5 центов на ICO. Ну, на различных этапах ICO будут, наверное, какие-то бонусы и, так сказать, какие-то скидки для ранних участников. Вот основная схема работы проекта Swandis, так сказать, все расписано.
да более понятно. И, конечно же, команда, мои дорогие друзья, проекта. А сейчас вот вы наблюдаете адвизоров проекта. Мы с вами их обсудим в следующем видео, так как не буду затягивать этот видеообзор. В следующем видео мы с вами обсудим социальную активность и команду проекта. И, мои дорогие друзья, прошу обратить внимание на партнеров проекта. Это крупные фонды и, мои дорогие друзья, очень уже довольно-таки популярны. Далее, конечно же, можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете задавать их мне в комментариях под видео. И если я не буду знать на них ответа, то, конечно же, вы сможете найти их здесь. Но я, конечно же, постараюсь ответить. Ну а на крайняк вы можете уже задать вопрос команде в Телеграме. Я думаю, вам там с радостью помогут и ответят. Еще раз, мои дорогие друзья, все подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии под видео. Пока!